Сегодня очередная распаковка. Смотри, несколько мелких склада. Смотри, ну, смотри, как надо резать. Видишь? Раз, раз, раз. Здесь что-то... О, наконец-то! Это ситечки для ванны, чтобы некоторые волосы не кидали постоянно. Заказывал на Алиэкспрессе, ссылка будет в описании. Были наверное, дешевые. Сейчас, дешевые. Две штуки. Аккуратней. Да блин, опять не получилось. Надо вашими ножницами. Этими у вас не получится. Так, внимание, что мы тут видим? Итак, что это? Черепашки-ниндзя! Точно? Да, Сплинтер. Сейчас посмотрим, что это за черепашки-ниндзя. Смотрите. Это будет отдельное видео. Так, это кто? Сплинтер. Да. Мне Леонардо, я люблю это Леонардо. Кто? Это? Ниндзя какой-то. Это просто ниндзя. Нет, это робот-ниндзя. А это кто? Это Микеланджело. Микки. На. Ну, это лучше, чем киндер сюрпризы. Раф. Раф. И они дешевле стоят. Донни. Мне Донни, я люблю тоже Донни и Леонардо. Я люблю Донни. Ну как? Как? Дай посмотреть. Дай посмотреть. Качество. Кстати, вообще без запаха. Вот такой набор пришел. Тут 4 черепашки-ниндзя. Этот вот... Как крыса это? Сплинтер. И какой-то ниндзя-невидимка. Стоил набор где-то рублей около 200. Сейчас модно в яйцах, в сюрпризах за 70 рублей. Такой фигурки. Сейчас дети найдут фигурку, и мы сравним, какая лучше. Но это вот она... Реально жесткая. Вообще запаха никакого не было. Жесткая, и в то же время ноги, они такие гнутся. Ноги гнутся. Вот черепашки из киндер-сюрприза. Во-первых, они... Да, обошли надо. Как на шарнирах такие. Ну тоже... Сама фигурка крепкая. Но вот тоже, на чем они держатся, конечно, оно долго не продержится. Ну, зато в киндер-сюрпризах есть Шредер. Да, это Шредер? Да. Такой. Ну, это из киндер-сюрприза. А еще из Лего покажи. И Лего черепашка. Ух ты. Леонардо. Точно. Ну да, точно помню этот набор. Ну, он какой-то строгий. А здесь черепашки ниндзя, они какие-то добренькие, да? Не только. Нет, черепашки ниндзя, они все время. Это какой? Веселые. Веселые? Ну вот смотри. Угу. Вот эти вот добренькие. Вы довольны таким набором? Да. А этот Шредер, да? Это не Шредер, это Сплинтер, учитель. Да. Он сильнейший. И ниндзя-невидимка. Шредера не сдалка, да? Куда ты упал? Так, вот. Все, это все. Ставьте лайки. Следующая посылочка. Давай. Ну все, дальше можно порвать. Да, дальше можно. Давай посмотрим, что здесь такое. Может опять какой-нибудь. Нет, что-то уже полезное. О-о-о. Это что такое? Давай откроем. Здесь еще есть два. Ну это типа пластилина. Ссылку дам в описании. Это делать фигурку, а сами не открывайте. Делать фигурку, а потом она застывает. Вот, это для рукоделия. Вот, сделайте себе черепашку ниндзя. Как? Я не умею делать. Я еще не учился. Там, я здесь вот внизу напишу, где это купил и сколько стоит. На. Спасибо. Кстати, реально вот... Вообще без запаха. А можно понюхать? Подожди. Без запаха. Все, прошло несколько дней. Он застыл. Этот динозаврик. Реально он мягкий. И не ломается, не липнет. Такая получилась как будто игрушка.
Хорошая штука для детского творчества. Следующая посылка. Открывай. Наконец-то. Это, кстати, очень хорошо упакованный в пупырках штатив. А зачем это делать? А мне тут развалился. Но этот более качественный должен быть. Ссылку дам на него в описании. Вот, у меня синий был. Он был за баллы, бесплатный приходил, а этот я купил. 10 рублей, что ли, не помню. Ну, ссылка будет в описании. Давай следующую. Так. Здесь аккуратнее ешь, там что-то такое. Сейчас. Глянем. О, это маме. Что это? Как это называется? Для увлажнения век. Да. Короче, типа... косметика такая увлажняющая, для чтобы красивая была. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Я их заказывал, если не ошибаюсь, 4 штуки. Здесь. Ну то же самое здесь. На, это маме подарок на день рождения. Пользуйся, ни в чем себе не отказывай. Все. Ссылка будет в описании. Мы уже этим пользовались. Очень понравилось. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.